Король Пик. Привет! Чем занята? Изучаю информацию о Канеке Кене. Опять? Уже 2 недели прошло. Тем более, он не тронул ни нас, ни книгу. Зачем? Вот именно. Значит, он не хотел причинить нам вред. Забудь о нем. Не могу. Я пересчитала кучу информации о нем и многое узнала. Например? Например то, что он превратился в гуля из обычного человека. И вообще, гули — это не вампиры. А кто? Гули едят плоть. Фу! Ты мне испортила аппетит! То есть он мог... Не хочу даже это говорить. Теоретически, да. Но он, как бы правильно выразиться. Что? Но он нас не тронул, потому что он положительный. Я бы даже сказала, добрый. Но выглядит он не слишком добрым. Эти страшные зубы. Это всего лишь маска. Сунь, тебе, смотрю, уже все кажутся добрыми. Я поняла, разговора мне о нем уже не избежать. Ну, что ты о нем узнала? Он не может есть человеческую еду. Она даже не усваивается его организмом. Знаешь, Соня, каким бы хорошим он ни был, нам просто повезло, что он не тронул нас и даже не забрал книгу. Вот это тоже очень странно. Может, Сландрина ошиблась? Ну, не знаю, не знаю. Может быть, она с ним заодно? Король Пик! Заодно? Ну откуда мне знать? Ты так ей доверяешь? Она же сама жуткое существо. Как ей можно доверять? Да, Настя, ты права. У меня от нее мурашки по коже. Ладно, не будем о них. Кстати, я блинчиков нажарила. Правда? Да. А ты что думала? Ты одна умеешь блинчики жарить? Я не сомневалась в тебе. Обожаю блинчики. Я уже почти положила их в контейнер и сейчас приду к тебе в гости. Круто, жду не дождусь. Пытаться реставрировать отношения. Скоро вернутся и проблемы. Рак. Раку день сулит неожиданную встречу. Но кто это будет, неизвестно. Неясны и последствия этой встречи. Львы. Этот день подходит для приятного. Thank you.
О, ты дома, оказывается. А что такая напуганная? Чем занята? К докладу готовлюсь. Молодец. А ты насовсем? Нет, сейчас уйду. А что? Да ничего, просто скучно дома. Знаешь, Соль, сейчас на улице может быть небезопасно, но пока в новостях об этом не говорят. Но этим вопросом уже занимаются компетентные службы. Ты о чем? Это не важно. Только пообещай мне, что постараешься на улицу без надобности не ходить. Ну хорошо. А что там? Просто пообещай и все. Особенно в темное время. Ну ладно, обещаю. Так, а я сейчас найду кое-какие важные документы. Гули-оборотни, живущие в пустыне вдоль дорог и охотящиеся на путников, которых убивают, а потом пожирают. Также крадут детей, пьют кровь, воруют монеты, грабят могилы и поедают трупы. Постоянно меняют форму, превращаются в животных, в особенности в гиен и в молодых женщин. А, вот они! Ну ладно, я пошел. Я двери закрою, сиди. Ладно, пока. Да палец порезала, представляешь? Пока нашла бинт, замотала. Давай скорее. Что-то случилось? Нет, ничего. А чего тогда нервничаешь? Не знаю, мне одной как-то не по себе. Да сейчас я приду. Даже есть запасной ключ.
ты где? Пошли, я тебе кое-что покажу. Ага, пошли. Только сначала, пожалуйста, дай мне лейкопластырь. Он у тебя вроде в том ящике лежит. А то бинт намотала левой рукой, как попало. Скоро свалится. Блин, опять кровь пошла. Ну вот, так гораздо лучше. Ого, какой у тебя классный бутерброд. Он невкусный. Соня, нельзя же так с едой. И тем более, бутерброд был с виду аппетитный. Не очень. Странная ты какая-то. А блинчики будешь? Блинчики? Ну, которые я напекла. Нет, спасибо. Почему? Ты же любишь. Я не голодная. Ну, попробуй хоть. Я старалась. Я не хочу. Ешь сама. Сонь, я на тебя сейчас обижусь. Попробуй. Да не буду я, отстань. Ах так? Ты какая-то слишком странная. Зря я к тебе пришла. Помешалась на своем гуле. Друзья, давайте наберем под этим видео 50 тысяч лайков, чтобы поскорее вышло продолжение. Спасибо за просмотры, хорошие комментарии и пальчики вверх. До встречи на канале Непета Страшилки.